Так, друзья, всем привет. Вот такой вот я собрал чудесный столик вибросита для просейки червя. Сейчас я посмотрю, покажу вам, как он работает. Смотрите, вот включаю здесь кнопочку. Вот так вот он работает. Шикарно. Достаточно, в принципе, не шумно. Ну, и тут, короче, можно уже сеять червя. Тут разные насадочки сделаны. Работает достаточно тихо. То есть вот такая тут штуковина получается. Ну а тут, соответственно, эти штуки у нас выставляются. Там у нас сеточка. Сеточка либо нержавейка, либо какая-нибудь оцинковочку можно долбануть. Ну, короче, в общем итоге вот такой вот столик собрал. Замечательный. Теперь, короче, будем сеять червя гораздо быстрее. Я думаю, хватит его надолго. Так что вот такие вот у меня вот новинки в этом плане. Жду теперь не дождусь, когда сеять червя. Когда буду сеять червя, обязательно все покажу.